очень такой важный, на мой взгляд, проект, поддержанный компанией «Татнефть» президентом, это строительство нового 50-метрового бассейна, так называемого водного центра, бассейн, который будет обеспечивать подготовку спортсменов, бассейн, который будет обеспечивать подготовку детей и, конечно, выполнять свои оздоровительные функции, и он будет работать на весь Юго-Восток. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».